Здравствуйте. Шло обсуждение. Женщина говорит, Михаил Львович, вы постоянно повторяете, что для людей рассудочного склада понять значит забыть. Вы говорите о том, что пока мы не поняли, мы встревожены, мы ищем ответа, мы заняты проблемой, а когда мы поняли, то мы успокаиваемся. Я всегда это слышала и только сегодня дошло, ведь в самом деле, когда я что-то поняла, это меня озаряет, я успокаиваюсь и всегда считала, что понять это значит уже э, завершить все, будет хорошо. А сегодня я догадалась, что это ведь даже не начать, не спланировать, это это в самом деле понять значит забыть. После того, как я понял, я должен строить какие-то планы, потому что понимание даже не начало еще какой-то деятельности. Всего вам доброго.